поиграет на всем. Сыграли. То есть то, что нужно, дали. Первый должен у нас
наоборот, провоцировать. То есть теперь мы дали как бы, ну, сильную долю, а вы должны нам слабую долю, как бы, ты можешь... А что ты меня на вы, блин? Вы, в смысле, все остальные. А я думал, ты меня. А, сейчас, конечно. Это надо заслужить. Сколько тебе лет? 48. О, все заслужил, извините. Двойные стандарты и лживые люди. Стоп. Пауза, да. И я в этой тишине на эхе горлопанить начинаю. Заколебали всех нас! Так. А, ну все. То есть так все только сбивка, правильно? Игорь, так? А двойные стандарты и лживые люди. Стоп. Заколебали всех нас! Так. Даже посчитать, сколько там после людей. Ну давай. Двойные стандарты и лживые люди. Вот именно так держите вот эту ноту. И, Игорь, и ты тоже бы вот это вот свое. Да. Вот. А ты здесь по тарелке сделай. А двойные стандарты и лживые люди. Двойные стандарты и отдых. И боль на морфост. Всех нас. Да. Всех нас. Да. Правильно, Джей, правильно. Давай. А двойные стандарты. Тишина. Я теперь, Джей, не пойму. Ну, в слове нас. Да. Заколебали всех нас. Да. Час этот трудный, и в этом мудрый, так что живу его легко. Я в Амстердаме, в какой-то дали, твое увидел личико. Это, наверное, закономерно, все мы здесь не без греха. Мне сейчас не до конца. Oh, this way. You want out of way. Oh, this way. To what out of jealousy. Oh, we hang.
три, четыре, раз, два. Что я где на студиях был, там приходят только музыканты. Пришли, настроились, репетнули, что сделали. А здесь только музыканты? Не, здесь такой хаос стоит, это как у цыган, я же не зря сравнил. А мы цыгане? Да ладно. Всегда любил цыган. Мы цыгане. Свобода, путешествие. Особенно вот Юля, цыган, короче. Особенно бароном цыганским будет хорошо. Баронесса. Да как это, подожди. А, богемная жизнь называется. Да? Юльку стразы выдают. Просил Юля, скромнее себя веди. Потом, когда уляжет все, будем уже тратить свои деньги. Я поеду, а потом сколько ходить до утра. Если получится, то да, если не получится, то сегодня уже не получится. Мне что-то кажется, что ни хрена не будет сегодня. Да можно смонтировать. Да нет, смысл. Да ну что ты смонтируешь живьё, живья? Да как точно так же, дорожки берешь и монтируешь. Это у меня уже садится. Надо ему одеть хотя бы наушники на голову. Не сорви только голос. Сейчас, ребята, учтите, это у нас последний шанс. Не надо этого было говорить. Игорь. Дима Игорь. Прав, этого ни в коем случае нельзя было говорить. Стандарты упрямо уничтожить хотят всех.
друг приведет другого, наша сила будет расти, и родную планету нас, и родную планету мы сможем только так вместе все спасти. Задолбали метаморфозы, уже сгрызли весь нервный запас, а двойные стандарты и лживые люди заколебали. Не, сейчас не возьму, подожди.